Чек-чек. Чек-чек. У них есть, слушай, у них есть ПЗРК, у них есть ПВОшная машина. По-моему, не одна. Как данные через Эйс поставить? Что-то я не помню. F2, F1, F3, F4. Так, ну 5000 я поставил все. Тут вроде говорят 4 на самом деле. Так, ну зум у меня неплохой. А тепло есть? Нет, теплока нет. ДВ проверка. Ой, да. Настрой ДВшку. Короче, задача такая. Обороняем одну из точек, но мы не знаем какую. Противник ее выберет во время фристайма. Спавнятся они на трех местах. На северо-востоке, на северо-западе и на юге. Форан едет на юг. Поэтому мы тоже полетим на юг. Чтобы если там Форана что-то ждет, мы его предупредить могли. Форан, слышишь меня? Так точно, слышу. Топ-канал на 30 настрой. Понял. На ДВ. Какой нам ДВ? А на карте. На карте там глянь, сверху справа там ДВ. Форан проверка. Парашют сразу одевай. Раз, раз, раз. Шутер, я вторым каналом настроен. Хорошо, я тебя слышу. Все, ты меня понял. Ты. Я сразу ДВ, на юг ДВ. Полечу. Будем посмотреть. ДВ, ДВ. Мы тоже на юг поедем, нам метку там поставить, туда уйдем. На 23.8. Особо ты не высовывайся сильно. Я высоту наберу, а потом пролечу по югу, посмотрю. Сильно не высовывайся, мы если что, противника найдем, тебе доложим, и ты там уже отработаешь. Понял. Так, я отошел сейчас. Бля, шутер, я, наверное, глупый. Я не вижу, где именно ДВ. Ну, какие... Пытаюсь вводить, у меня пишут... Короче, ДВ 34.5. Сбегай, посмотри, типа, что за хуйня в округе, нахуй, где можно спрятаться нормально. После 10 минут еще.
У нас сейчас будет пассажир, пацаны. Или у нас нельзя пассажиров тут? Цианид отойди, сейчас вам ухо задаю. Еще надо побежать, почекать, где мы тут можем спрятаться. Не, как вариант, можно окопов нарыть. Там лопатки у нас лежат. Давай, Сандра. Слышь, иди сюда, посмотри на меня. Там такие стекла, я думаю, они не увидят. Не, как вариант, можно назад в этот цинк закатиться. Я открою тебе управление на случай, если я потеряю сознание. Так, понял? Мы с тобой и говорили. А, ну все. Ну, okay. Но вот ты не бери, давай. Если я в сознании. Хорошо. Анархист, 50 баксов сосать. Что сосать? 50 баксов. Кому сосать? Мне. А тебе ты что сосать? Тебя видел сосать? Не-не, забей, он это. Бля, такая пушка на самом деле хуйня. Ну я гляну, мы тут потом перезарядиться сможем. То я бы отстрелял и потом бы обратно прилетел. А что ты хотел? Да хуй та выбивает с первого раза. Ну правда, мы можем там ебануть с первого раза. Под башню, нахуй. Слышишь, что нет? Короче, теперь здесь идея. Можешь, короче, с трубы пидосовской можешь танк выбить, нахуй, с первого раза. А с трубой реально взять еще? На всякий случай. А где? Знаешь, с одноразовой трубы... Да, надо где-то стырить. С одноразовой трубы, короче, можно танк с первого раза выбить. Знаешь, как? Как? Короче... Под башней, ой, под башней и, короче, где двигатели задние. Ну, пока тебе топлив заставщик и ремонтник вижу. Я так танк, блядь, на прошлой СГХе взорвал. Я, получается, маслори. Ханс, давай ты на мехода сядешь. Не-не-не-не, братан. Да садись на мехода, Ханс. Да в смысле садись на мехода? Не хочу я водить. А так, блядь, ты бы и так водил, блядь. Если бы Джанида не было. А кто бы, блядь, водил? Автопилот. Хуйлон, блядь. Автопилот. Шо у тебя? Давай садись за... На приеме. Тут назад, блядь. Слушай, да. У тебя там радар должен быть. Когда поедем, он вроде включается, я помню, Ctrl-R. Нажимаешь, так, короче, он включается. Мы просто выкатываемся, разъебываем. Я понял, я попробую. А сейчас, раз, значит, берем... Попробуй. Я понял. Или тут рандомчик говорит на колесико, но на колесике, я думаю, он не работает. Попробуй. На красный еще не дали отмашку, куда будут воевать? Ебать хуйня. Что мехот хуйня, что это командир хуйня. Ну они, видимо, в конце фристайма будут играть. Ебать, на командире даже нельзя, типа, высунуться и... У меня здесь только мастер сейв какой-то можно включить. И HUDs, тугл, left MFD, тугл, right MFD, тугл. Я не знаю, что это значит. Ну, если, короче, смотри, мастер сейв ты включаешь, у тебя, по идее, должна быть это... такая вспыть окошечко, и ты видишь, куда я смотрю по прицелу. А, ну что-то у меня такое линза какая-то на экране появилась. Да, и ты должен, по идее, сам видеть, куда я направляю свой сибинет. Пускай будет. Ёбни его нахуй. У меня 4 Hellfire, так что, в принципе, мы какой-то танк может завернуть. Да встреть ему в танк, блядь, чтобы он нахуй не выебывался там на метро. А что у тебя еще есть? Я управление огнём. Ну, только 4 Hellfire и пулемет 1200. А пулемет какой калибр? 230. 230 калибр? Ну, М230, я не знаю, что с калибром. Ну, вот это пушечка основная. Это ж хз, что это такое? Сейчас, короче,
короче, он вылезет, я его нахуй арестую, бля. С тяжкой. У меня еще и ЖПС есть. У меня тоже. Знаешь, как парашют открывать вдруг что? Нет, вот этого я не знаю. Пробел. Либо пробел, либо крутишь в колесико, выбираешь открыть парашют. Либо просто пробел. Ну, окей, понял, понял. Приземляться, чтобы скорость меньше 20 была, а то разобьешься. Хорошо. Ты, кстати, можешь себе пока маршрут рисовать, а? Транспорт на канале. Да не, зачем? Я видел, задроты стушно там делают. Задроты карты не обрисовывают. Задроты и так все знают. Я думаю, говорят, прорисовка 4 километра. Возьмем высоту 2 и будем на высоте 2 летать. Не, мне кажется, чем больше высота, тем лучше. Ты так... пока лучше, прямо 3 километра максимум, или максимум прям. Если мы ответим в самом начале, это не изгуб, мне кажется. Так мы можем отстреляться, у меня 38 гидроракет. Если мы сразу противника найдем, если эти ракеты выпущу в него, ты представь, как они сильно потеряют. А в нас даже если попадут, а если мы же сразу не отъедем, это же передовой вертолет, мы просто потеряем двигатель и топливо, мы отлетим, а потом выпрыгнем куда-нибудь и все. Ну, твой план быстро отстреляться и все, что ли? Не, мой план не отстреляться быстро, мой план, ну я думаю, 2000 метров, на 3000 вертушка плохо себя ведет. И если мы на 3000 вверх взлетим, то ты сможешь вниз видеть и только на 1000 метров вперед, по сути. Почему? Но если высота 3000, а прорисовка 4000, то 3000 только до земли будет. Мало видеть будет обзор. Ну, короче, война план покажет. Форана, какая у вас КВ? Она написана, сотка. Сотка, понял. Переходи на КВ 100. Бля, тут у меня не удалился, я подписал, блядь, в правом верхнем углу. Форан, чек КВ. Бля, почему я ее не вижу? Чек. Чек, слышно. А я ее не вижу вообще. Ты когда КВ пишешь, вот ты написал цифры, а потом Ctrl-Enter нажимаешь, и тогда оно пишет как рацию. Значок ставит. Да я сам просто значок поставил туда и все. А, вот, наверное, поэтому и удалилось. Может быть. Короче, сотка, потом 135 будет. Но если вдруг нас собьют, мы это, у нас парашюты есть. Может потом нас заберешь, если что. Ну если что, заберу, алло, на ДВ. Сильно да. Не высовывайтесь. Это? Че, че они атакуют, блядь? Так они сейчас будут в конце фристайма выбирать. А, ну и. Так уже конец. Че-то я, кстати, форму не слышу. Или как там, блядь? Я его слышу через доп канал на ДВ. Частота 30. Кнопка Y говорить. Может вы. Доп ДВ умеешь настраивать? Там можно на ДВшке можно доп канал. Тот же принцип. Частота 30. В атаку!
Чё, есть какая-то инфа? Чё-то они ничего не выбирают. Гост, ты на связи? Давай, короче, вертушка, давай инфу, нахуй. Давай чек. Слышь, давай чек. Давай. Чё, Кост, они инфу не дали? Я напишу им сейчас. Да, они должны были тебе написать, я им сказал. Пожалуйста, не пугайтесь, все хорошо, если вы слышите взрыв. Внимание всем. Все на связи? Да. Да. Ветераны атакуют британцев. Повторяю, ветераны атакуют британцев. В Британии. Принято. Мы на свою точку сдвигаем. Пока нема, да? Нет, нема. Аккуратнее, они, короче, на британские флаги банули. Чем получше? Я слышал. Управление усложненное, я вообще не знаю, как на нем летать. На шип нажимаешь, что-то выше надо, выше, тяга. Выше. Но ты на ней, скорее всего, не сядешь, нахуй. Залетишь, залетишь, но не сядешь. Вертолет. Аль. Что-то там есть? Увидел кого? Никого не вижу, не слышу. Контрол, убавлять тягу. Ты не слышишь? Прибавляй. Смотри, могут справа под нами быть. Таня, что у вас там за стрельба на вашем фланге? Это мы стреляем. А, и по нам работает миномет. Принято. Штаб, если что, мы на точке. Штаб, лучше на рандом снизу. Не, не загоняй на кору. Стреляем. На связи, какой у тебя огонь? У нас высота 2200. Ну, вставай пока так, наверное. Поднимаемся на гору, смотрим, ориентируемся, если видим противника, ставим на него метки. А у бинокля нет или чего-нибудь? ПЗ-отка горит, блядь. Понял.
на высоте, на нашей высоте противника 23-8. Что, все, можем ехать или нет? Никитыч, под нами БЗРК, видишь их? Убил я его. Аккуратно поднимаемся. На британцев едем? Да, 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 скорее. Как только инфа была, сразу нужно было выезжать. Слева по городу должно быть, я развернул. Там можно, как только мы узнаем, где противник, куда атакует, сразу выезжаем. Прям под нами должен быть спереди. Прям вниз меня не опускается, если прям под нами. А как сильно у тебя вниз опускается? Ну, по идее, ты на экранчике должен увидеть, у меня нет? Ну, у тебя точнее экранчик у тебя есть. Да я вижу экранчик, но он что-то не показывает ничего. А, вот, теперь подрывает? Показывает. Конечно, конечно. Как дела? Я в самый низ опустил. Мы не подрываем свои казаки. Я понял. А ну, повозюкай вправо-влево. По нам все еще работает миномет. Не, я не вижу. Западнее от вас будет, северо-западнее. Зушка на юге от нас, Зушка на юге от нас, парни. В общем, они сюда. Надо чуть-чуть отлететь. Я понял. Давай высоту сбавим. Так на нем, Митя, так на нем. Давай до 2000 сбавим. Ну, два хаммера наших вижу. Зушку вижу на противоположной стороне стоит. На горе. Все на юге. Поставь метку по возможности. Джейстер, а где там? Шутер, с левой стороны от тебя на горе противник, работает. Зушка. Про данных нет речи пока. Да, я понял. Понял? Ты по танку смотри, противник, у меня все мерцает, ничего не вижу. Нас трансом минус, по-моему. Фокс, ты сел, нет? Нет. Зачем машина? Уходи, уходи. Че, Зерач, ничего не видать, ничего? Ну, ты двигаешься, я как-то не могу сильно наблюдать. Ну, смотрю пока, да. У меня два двухсотка, на противоположной стороне стоит Зушка. Плюс еще миномет по нам кроет. Форан, ты? Так точно. Патрикер работает танк у нас. Откуда примерно? Метку поставил. Сейчас скажем. Форан, обозначь противника меткой. Я ракетами дам прямо. Попробуйте метку примерно поставить на танк. Метка в ЗСУ стоит. Ты ее видишь, нет? Нет, не вижу. Проверь канал. Видишь? На противоположной стороне. Квадратик. Квадратик вижу. Вот там, короче, Зушка стоит. По нам не пошло. Убила, короче, метка Янистер. Там есть пехота? Рандомчу убила и этого убила. Джейстер, где там? Еще там нужно знать. Но он с юго-запада стреляет. Где конкретно, не могу сказать. Урон, я сейчас за авианалет произведу. Давай я только попробуй, аккуратнее. Сейчас, Зерч, прям на него прицелюсь. Сейчас я буду наблюдать. Смотри, прям на эту катавасию должны лететь, видишь? Миномет есть куда работать? Летят уже, нет? Да где-то рядом под нами что должны быть. Что за он танк или что?
Форен живой вообще? Видать? Видимо, Форен все, надо менять. Вижу давай. машину, да, вижу. Меняем ДВ. Прям под нами. Меня, еще раз эти. Что, я просто метки буду ставить, я тут почти один попал, остался. Если ты кидал. Да, еще раз заход. Скорость чуть поменьше надо, около сотки. Высоту побольше, Опаси, слышь меня, на той горе этот, блядь, ебаный, как же его, стоит, сука. Высоту ракет, набирай. Ты, короче, блядь, машинка ее. Понял, Форан, сдвиг на ДВ был. Я знаю. Какую тебе высоту держать? Не меньше тысячи, мне кажется. Скорость 150 максимум. Попробуй их отогнать. Не надо, не надо, мы сейчас зайдем со второго раза, добьем ее. Ракетница, короче, блядь, двойная. На машинку. Пехоту вижу, стой, зависни. Зависаю. Не двигайся, не двигайся, но ни, нет, ни влево, ни вправо, никуда. Вот так, давай. Давай. Как там дела, Денисер? Атакуют вас? Ну конечно, атакуют. Миномет летает. Минус отделение. Нет, пехота, пехота. Пехоты пока не видели вообще. Прорывают. У меня на метке первый отряд будет 4 человека, они прикроют вас с северо-востока. На юге от моей позиции. Принял, Форан, будем посмотреть. Говорят, на не знаю. Метки точно пока не будет. Кабанчик. Надо? Надо. Есть инфа по противнику пехоте? Надзора нет, надо. Летим пока дальше. На востоке от моей позиции где-то... Ну, я... так держи, да, самый идеальный, мне кажется. Доп ДВ настроил? Нет, я что-то не могу... Давай я включу громкую. Да-да-да, зови. Ага. Я тут один остался. Всех расстреляли к тебе. Еще раз над этим местом можем пролететь? Ты видел, куда я стрелял, да? Или нет? Да, сейчас пролетим вперед. Разворачиваю. Короче, куда мы едем? А у них ЗУшка у нас. Форан, подтверди цели. Не наблюдаю ни одну. На восток ушел танк, на западе... Где находишься? Джигит стоит. Мы на базе сидим, на аэродроме. Принято. Ждем координаты на цели. Прямо около моей позиции, с востока, Т-72. Т-72 около меня, прям в 200 метрах от меня, восток. Принял тебя? Да, видел, слышал точнее. Попробуй подойти, не знаю, она стоит прямо около меня, блядь, практически. Но надо ближе подходить, я не выстрелю за ней. Делаю разворот через лево. Делаю. И по возможности зависит чуть-чуть. Дженнис, живой? Да. Я просто сервал клево. Блять, я не наблюдаю. Ориентир между двумя камнями, камнями, ориентир на востоке от моей позиции. Вижу, блять, где? Попробуй отработать. Заход нужен, заход издалека. Уже не видишь, да? Да, прям под нами он, я видел его на секунду, уже не могу опустить туда. Форан ожидает 2 минуты, надо развернуться. Я понял тебя, я пытаюсь подбраться поближе. Пока отставить, Форан, ближе не подходи, мы сейчас из него хорошо долбанем. Давай, я наблюдаю.
Где-то в нашем районе можно говорят, заметили. Он просто чекает, короче, воздух не чекает, он просто крутит туда-сюда, блин. Гост, есть обновление по танку? Танк прям у нас, прям с нами. Ориентир первый камень, да, между двумя белыми камнями. Куда идти на него? Дайте метку на него, это с вами. Где-то расстояние 100 метров. Включайте северо-восточнее. Не, больше даже. Можно русский? Че, видать нет? Кто вы, блядь? Джейнстер говорил. Высоту номера чуть? Да. Ладно, грузим. Стреляют по зоне. Что за разрывы? Нас уже атакуют. У нас пехота рядом. Видишь? Не обойдут. Смотрите, на западе, часть. На западе, брати. Смотри, справа много дымов. На базе. Блять, метки некогда ставить, ребята, блять, на западе. Выбейте там, там хотя бы назовите прямо танк. Прямо под триггером, прямо под триггером. Он рванул, поехал на запад. Бей, бей под это, под стенку бей. Понял. Прямо под стенку бей. Не знаю насколько. Попробую догнать. Блять, я его не вижу, не вижу. Форан, ты еще живой? Да точно, ты меня не слышишь? Слышу. Мы не видим танк. Скажи, пусть метку на себя актуально поставит, постарается. Посмотри по метке своей, или посмотри вверх, как мы летим, может сориентируешь. Я поставил, вам покажется, да, я заберу и вышел. Ну мы приблизительно прямо над тобой летаем. Уточните количество вражеских сил вокруг зоны. Так, танку, пацаны, пизда танк. Что-то взорвали. Танк уничтожен. Т-72 уничтожен. Принято. А, МГН живы? Да. Принято. Что там форан по целям? Уничтожил танк, уничтожил танк. А дыма видишь от моей позиции рядом? На западе катал жизнь. На западе катал жизнь. Танк ликвидирован. Я передал о танке. Я вижу. Вокруг лидера противника, да? Так, давай. И вокруг, когда западе. Вокруг. Слышь, Хардкорыч, там возле триггера противник. О, вижу горящий танк. Вижу. Разворачиваю. Вот я около него, аккуратней. Пехота есть? Тоже, все. Еще цели есть? Сейчас выйду на гору, посмотрю. Короче, смотри. Вот это вот там. Живой нас? Хардкор, смотри зону. Мы мины полетели. Блин. Смотрите, за, блядь. К западу от зоны. Горящего танка был обнаружен защитный зон. Вражеский танк. Они куда-то ушли в сторону. Сейчас скажу куда. На куда-то на север ушли. Точно не скажу. Сейчас поднимусь на свою гору, посмотрю, осмотрю. Не видать ничего? Пока медленно, скорость большая, я не успеваю. Нет. Ты так видишь? Замет попадания есть, видели? Да. Смотри, на 40 лежит. Это противник. Урок не работал. Подожди, у тебя бег в деревне, один с тобой стоит. Заход еще. Там лежит противник один. Прямо над зоной.
прям в доме, да? Врач. На доме, на площадке. Так, видишь землю? Да, давай, все, и я в зону, я, наверное, как еще поеду, вообще, ближе, знаю, свободно говорю. Блин, чуть дальше надо отлететь, не опускается. Давай вот так. Пока пехоту не наблюдаю. А ты стрелял? Да, 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 там один бегал. Ну что там форан? Я поеду ближе. Пока, то есть, не знаю, на горе кто-то стреляет, я не пойму кто. Возможно, враг, если выходить на связь не буду, накрывай высоту. Центр живой? Живой. Мы это, вас прикрываем, надеюсь, вы там живы в триггере? Живы. Не все, конечно, живы. Если будут щемить вас очень сильно, скажите, мы ворвемся. Да, на горе нас, на горе нас. По западу на противника актуальна метка? Еще да. Чё? Надо скорость немножко сбавить. Это актуально? Занят торопляще бойцов, выпрыгает. Вижу тигр. Да, еще тут нагрешь. Противника, может быть тигр? Да, мы американцы. Видишь, куда он потом? Нет. Работайте, наркоман. Блять. Свои есть на тигре? Да это не тигр, это гикл. Блять. Нормально, блять. У нас противник захватил гикл? Нет, это я на игле. Чуть меня не убили, блять. Так же это постоянно обновляю на себя. Я, кажется, аватара, там противник уже на нем. Сейчас я спрошу, не знаю, может, тебе есть противник там. Аватар. Ну, он не молчит, ничего. Но он на ДВ не ответит, у него ДВ нету. Давай там зону. Медленный повыше. Греться не будет, парк. Если я повыше, то ты пониже не сможешь сейчас опустить. Если будут как ты не поймешь-то, а? Что-нибудь там отработать. Окей. К ним этот. МГС. У нас триггеры уже противник, но мы держимся пока нормально. Когда скажу все пизда, можете уже влетать в триггер и ебать тут все. Мины стоят на входе, как будем влетать? Ну, они взрываются потихоньку, наши мины. Все-таки на мины стоят. Есть на метке аватар свои, есть на метке аватар есть свои. Это они по хакеру работают? Сейчас спрошу. Че, видать, опускается пушка? Да, да, обстреливаем запад триггер. Ты здесь? А, ну. Дрим, здесь, да? По какому из камер? Они говорят враг, другой говорят сразу не враг, и так далее. Короче, отработали свои. Петки аватар свои находятся, 4 человека своих. По чуть-чуть поднимайся, наверное. Сатан у нас слишком низко, по-моему. Майс, плюс один. У меня обзор идеальный. Подтвердите противника по разрывам от вертолета.
Так, вот там левее и дальше что-то взорвалось, ракета куда-то пошла. Ну, по взрыву вертолета подтвердить не могу. Снаружи базы на юго-западе какой-то разрыв был. Есть информация? Это мы по теху отработали. Форан, ты там как? Нормально, тут свои по своим ебашек на горе стоят. По Альфе, как я понял, по Альфе 1-1 на юге. Ракетами пускает по своим. Ну, у нас пока чисто здесь. Рядом с зоной я никого не наблюдаю, никого нет. Эти внутрь только зашли. Обновите информацию по противникам. На востоке от триггеров пока что неизвестно. Убили двоих, больше никого не видим. У врага больше серьезной техники нет. Сгодится любая, у нас полный боекомплект. Смотрите по этим меткам, которые... Ну и пара человек уже у нас в триггере. На территории базы, по крайней мере. Давай также прямо в сторону Хадсона полетим. Хадсон это налево. Да, на линию. Живой? Да. Мэлл, триггер. Триггер зашел. Взор хороший? Да, идеально. Парни, они такие дальние бы, короче, блядь, бой русский. Красный, на связи. Сколько для захвата нужно человек? Парни, я слышу этих русских. Не нужно захватить, но нужно автоматировать и базы. Не надо высоту на какую-то хотя бы. Да, и ГШМ-ка должна выжить. Ну, насчет ГШМ, они, скорее всего, ну, триггер не сработал, что она уничтожена. Ну, вы визуально еще видите, она жива стоит. Не видим. Ну, скорее всего, живая. Давай еще один заход в сторону зоны. Давай высоту 300 возьмем, чтобы ты вообще все видел. И скорость нет, поменьше. Нет, это слишком. Ну, если ты хочешь пострелять с этих снаров, то возьму. Там говорят, пехота на зоне. Мне лучше, тем лучше. У меня оптика очень хорошая. Подъезжай сюда. У нас с юга 150-160 метров по дороге. Вот куда съедем. С стрелки. РПГ моя была, я хаммер выбить свой. Наконец мне сломали союзники. Так, давай. Парни, короче, не попала, аккуратней. Какую-то 13-ю высоту собрались. Правда, я не понял, на какую. Где-то еще с юга стрелял. Только на замер для триггера. Мы уже целимся в нее. Принято. Нами метку синенькую поставили, стрелок написали. Понял. Ну сейчас над зоной пройдем, а потом посмотри. Все, давай, спешивайся, блин. Хорош, блядь. Сожгли, сожгли, нормально. Добро. Зону видно? Да, идеально. Живой на М2? Да, живой.